Ну что, друзья, вот у нас прицеп сельхозный Нефас 8610 13 года после капитального ремонта. Кузов новый, все эти расходники поменены, дышло. Вот. Их было 7 штук, в основном все с КАМАЗами-то и уходят. Отдельно редко, в основном все с КАМАЗами. Поэтому или же с этим КАМАЗом он идет, или же как-либо отдельно. Скоро его время придет. Тринадцатого года его стоимость 650 тысяч рублей.